Почти 200 миллионов в этом году направил Нижневартовск на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В городе приведут в порядок больше 2,5 километров автомагистралей и тротуаров. Какие в первую очередь, расскажет Кирилл Волконский. Горячая эмульсия, которую обрабатывают подушку и щебенки, своеобразный клей. Чуть позже на него нанесут верхний слой асфальта, щебеночно-мастичную смесь. По сути, это завершающий этап реконструкции тротуара, который не ремонтировали с 80-х годов прошлого века. Похожая структура, напоминающая многослойные пирожные или торт, у проезжей части. Только вместо гравия там выравнивающий пласт. Неудобства, конечно, были, особенно для пешеходов. Потому что с колясками по газонам, но неудобно ходить. Поэтому, вот говорю, ускорились именно хотя бы одну сторону, чтобы побыстрее открыть пешеходную. Вот она у нас по графику, по нашему, планировалось где-то 15 июля, вот мы немножко с опережением открываем, вот уже сегодня будет уже закончена одна сторона. По заверениям подрядчика, сегодня общие работы выполнены наполовину. Отставание, пусть и небольшое, есть, сказался дождливый июнь. Но до 15 сентября обещают справиться. Во время реконструкции перенесли площадку для остановки. Об этом просили горожане. Рассматривают и вариант организации полосы для велосипедистов. Сложилась небольшая экономия, 3 миллиона. Мы хотим сделать еще перекресток улицу Мира и Нефтяников. Там колейность. Как раз удастся это тоже продлить не на большую часть, но все же. Кроме улицы Мира, работы ведут и на въездной в город, интернациональный. Это самый проблемный объект на сегодня. Дорожное полотно на одной из самых загруженных трасс страдает и от техники, и от талой воды весной и осенью. Проникая в трещины и замерзая, она буквально разрывает асфальт. Чтобы этого не происходило, в проект реконструкции включили водоотвод. Чтобы отвести воду от покрытия за счет укрепления обочин. То есть там обочину будем укреплять щебнем с выдержанием и продольных поперечных уклонов. Именно создание основания корыта. Вот все будет зависеть от этого. Участок очень сложный, отсутствует совсем полностью там ливневая канализация. На средства, сэкономленные в результате торгов, фронт работ увеличен. Теперь подрядчик отремонтирует всю полосу почти в 2,5 километра до развязки «Бегущая лань». Все автомагистрали и тротуары реконструируют на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году у нас 4 участка запланированные к ремонту, капитальному ремонту. Протяженность 2600, ну чуть больше 2600 километров, 2 километра 600 метров. И, соответственно, общая стоимость работ, она составляет почти 200 миллионов. 198, если быть точнее. Готовятся в городе и к традиционной технической экспертизе дорог. В результате сканирования определят самые изношенные участки и выставят их на рейтинговое голосование. Определять, какие автомагистрали, а заодно тротуары отремонтируют в 2024-м, будут уже сами жители. Кирилл Волконский, Ирик Абдулганиев, Вести Югория, Нижневартовск.